Стадион «Зенит» будет возводить прежний подрядчик. Губернатор Георгий Полтавченко договорился с бизнесменом Олегом Дерипаско и его компанией «Транстрой» о продлении контракта. Как пишут СМИ, протокол о намерениях был подписан еще на прошлой неделе. Стоимость строительства, которую глава счетной палаты Сергей Степашин назвал «баснословной», не изменилась – 43 миллиарда рублей. Сейчас смета находится на проверке в контролирующих органах. После того, как материалы выйдут из главгосэкспертизы, мы окончательно садимся и работаем еще над оптимизацией, то есть с точки зрения снижения его стоимости. Когда эти все договоренности по нашим предварительным условиям должны быть достигнуты весной этого года, тогда мы подписываем уже окончательное продление условий договора по новому проекту. В Смольном объясняют, что выбор нового подрядчика затянет сроки работ. «Трансстрой» же обещает сдать арену через 3 года. При этом, по сообщениям СМИ, компания готова уменьшить смету на 10 миллиардов.